пятницу в Самарской области ясно и малооблачно. Днем -3, -6 градусов, ночью 9-11 ниже 0. Ветер преимущественно юго-восточный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани ясное небо, дневное время 3 градуса с минусом, ночью 10 ниже 0. Ветер юго-восточный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти безоблачно, днем -3 градуса, ночью -9. Юго-восточный ветер 5 метров в секунду. В Самаре ясный день без осадков, легкий морозец -4, ночью 11 мороза, ветер юго-восточного направления 3 метра в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 83%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.